довольно заметно волновалась спортсменка, и потому начало программы получилось достаточно скомканным, но чем дольше звучала музыка, чем лучше получались элементы у спортсменки, тем более уверенно она себя чувствовала, и в результате, начиная с хорошо исполненного акселя в 2,5 оборота и до конца программы, все уже шло достаточно четко, хотя начало получилось, подчеркиваю, не слишком впечатляющим. Так же, как и большинство ее конкуренток по этим соревнованиям, она дебютирует на чемпионате Европы, несмотря на то, что чуть старше по сравнению с соперницами, ей вот-вот исполнится 20 лет. Лишь в 2008 году решилась она на смену тренера и пришла от Елены Чайковской к Марии Бутырской. Очень долго примеривалась к Ридбергеру спортсменка, заходила, пыталась выстроить правильно ноги для успешного выполнения прыжка и, видимо, перегорела. Не очень чистый получился выезд с Сальхова, и в результате тулуп вышел всего лишь в недокрут, скажем так. Ну, а, пожалуй, самый удачный элемент, прыжковый элемент программы этой спортсменки, аксель в 2,5 оборота, нам, в общем-то, на повторе не показали, который получился, пожалуй, чище всего. Ну, ты сама подтверждает спортсменка это, что поначалу было не очень, а потом уже все нормально было. В программе действительно нормально получилось. На 33,96 балла результат Эммы Хаджиевой. Это не дотягивает до ее лучшего результата в короткой программе на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. Тогда было 38,80, но, тем не менее, позволяет занять промежуточную третью строчку в финишном протоколе.